ты узнала, что это видео попало в интернет? Это было... Хотела на Новый год записать, а мне не идет. Тут начинают приходить смс-ки. Одна, пять, 50, 100 смс за вечер. Ну, мол, узнаешь, смотри, давай автограф. И мне не дали дописать. То один звонит, то восьмой звонит, то... Ну, все просто так, но... Дед Мороз, видал у меня 3D? Снег. И на лету превращается в черную грязь. Где-то в Москве одиноко сидит человек, глупым законом российских вельмож покорясь. Он не монах, не аскет и совсем не изгой. Общение с живыми людьми не устал. Просто какая-то мразь своей грязной ногой вдруг захотела ступить на его пьедестал. Пока все. Как тебе? Ну, хорошо, понятно. Понятно о чем, да? О ком? Да, вот я Кириллу Серебрянникову песни теперь посвящаю.